У правительства Рязанской области теперь появился свой YouTube-канал. По мнению чиновников, это позволит повысить открытость и информированность населения о деятельности главы региона и исполнительных органов власти. Деятельность органов власти с каждым днем все больше переходит в интернет. Например, на официальном сайте регионального правительства появился специально созданный раздел «Солотча». Он создан по вопросу строительства в поселке. На сегодняшний день поступило 4 обращения, которые находятся на рассмотрении. К тому же на одной из них уже подготовлен и размещен ответ. То есть непонятно, откуда такое невнимание к теме. Вроде как было очень жарко, что называется. А сейчас мы вот активность эту решили вывести на сайт правительства, чтобы реагировать на эти сообщения достаточно быстро. А тут получается как-то активность пропала. Кроме того, ведется работа с администрацией города Рязани по обобщению аналогичных вопросов жителей и размещению в этом разделе информации о градостроительной деятельности. Николай Любимов отметил, что о созданном разделе на сайте важно проинформировать население, поскольку пока количество поступивших обращений небольшое. В ходе заседания особое внимание глава региона уделил контролю за качеством работы с обращениями граждан, в том числе тех, которые поступили в адрес президента Российской Федерации во время прямой линии. Если к президенту обращаются чаще всего, это значит, мы с вами не работаем, вот наши подчиненные не работают. А это очень плохо, на это мы должны быть нацелены, на то, чтобы удовлетворять все вопросы проблемные наших жителей. Николай Любимов дал поручение предоставить план по организации и проведению прямых линий с главой Рязанского региона на 2017-2018 годы.